Решила запалить костер. Почему нет? Оно тут лежит уже сколько дней. Привет, мои любимые. Уже так жарко. Там уже все у меня подсохло. Работники там все делают и делают. А, бог с ними. Смотрите, какие облака. Решила все это сжечь. Сколько оно тут будет лежать? Травишки. До листочки все собирала с участка, там все по это поскашивала эту траву, она уже за 3 дня высохла. Обожаю смотреть на костер, хотя тут дыма больше, чем костра, но все равно костер тоже есть. Все, пошла снимать кофту, потому что очень-очень жарко уже. Не знаю, сколько в тени, но на солнце реально жарко. Вот Юлькина уже это высохла. Банданочка она с собой на работу берет, ей жарко. И маечки мои высохли. Чучусик! Чучусик! Привет! Привет! Тютюня пришла. Тютюня! Вы мои хорошие. Мои хорошие. Такой у меня костерчик. Сейчас быстро сгорит. Уже смотрите сколько. Уже 20. А я вам... Ай, прости. А я вам показывала 10 было. Видите, уже на 10 градусов шандарах. Я весь мусор пособирала с участка. Все было в этих каких-то картонках. В сфинжи. Как они там в губке. Они тут рвут с дивана эту губку. Хорита разносит по всему двору. Обожаю смотреть на звезды, на костер, на воду. Я стояла, смотрела на реке и не могла оторваться. Спасибо вам за ваши комментарии. Вы все пишете. Иришечка, где это такая красота? Ну, я ВКонтакте фотки выложила, а видосы все еще загружаются. Сняла 2 или 3 видео, не помню уже сколько. Вот. И они у меня все еще загружаются и загружаются никак. О, уже цветочки на моих дынях. Смотрите, мои любимые. Красота! Может, правда, в сентябре или в начале октября попробуем дыню. Хотя не факт. Кисоньку свою завела. Нашла ее там на дереве. Накормила кормом. Кашкой, молочка налила. А эти там все сверлят, эти кирпичи. Вся эта пылюга летит. Ну, что я не сделаю? Я их попросила за домом. Смотрите, какое сердечко. Сверлить. Они сказали, что у них шнур не достает. Ну и бог с ними. Киребы! Грабли. Картонки все с этого, с песка, да, с этого, как он там называется, блин, с цемента, все тоже пожгла, не могу уже на эту кучу смотреть, фу, на меня весь дым. Песики, не идите сюда. Песики, не идите сюда. Горячо. О, какой ветер. Я у них тут и садовник, и уборщица, и траву косим, и за животными присматриваем,
и грядочки поливаем и растим. Сразу цветочки повырастали. Мне сказала бабуля, что тут вообще не было никогда цветочков. А вы приехали, сразу цветочки начали расти. Смотрите, дынька как цветет. Мое солнышко. Вот так вот уже усики пускает. Красота. И огурчики поднялись. Уже такие большие, видите? Мишель! Мишель! Ты знаешь, что ты Мишель? Моя тёсечка маленькая. Юлька спит. Ей скоро на работу. Она встала часа в 4, наверное. Загоняла их тут, всех разгоняла. Они страдали без персика. Я переставила сюда кресло оттуда, а стол отнесла туда. Потому что тут сейчас уже сильный ветер. И все. Так. Этот перец падает, и цветочек, и все летит. Вот они. Перчики растут. Юлька отсюда уже два перца съела. Смешнючий тут вот еще завязывается. Два перчика. Не знаю, какие-то они подвядшие, хотя у меня они политые. Все прекрасно, не знаю. Тут у меня камешки, я собирала. Это вообще как сэндвич. Смотрите, какой прикольный. Желуди у меня тут. С крышечками. С шапочками, то есть. С крышечками. Я собирала. Камешков гуляла. Даже карандашик есть. Иногда что-нибудь рисую. Просто вам не показываю. Красотища. Легкие такие облака, как летние. Хотя ветер очень-очень даже такой мощный. Поэтому я отсюда стол убрала. Все сдувает. Все слетает. Ветер, ветер! Ты могуч! Ты гоняешь стаи туч. Бегут. Бегуны мои. Вот их двое только осталось. Тут я на кресле сидела, загорала. Уже сюда тенечек пришел. Тут так классно. Сижу, загораю. Надо даже кофту снять, уже тепло. Ну, для меня после Питера 20 градусов. Это уже лето летнее. Привет. Привет, тютюня! Тютюня! Видите, собаки проявляют любовь вот так, когда они покусывают. Это значит, они меня любят. Это я прочитала в интернете, я раньше не знала. Думаю, что они меня все время грызут? Это они так любовь проявляют. Кефир! Кефир! Леон! Кожаный нос! Кожаный нос! Дай лапку, дай лапку, дай лапку. А те там сверлят вовсю. Дай лапку. Леон. Вот такой львеночек у нас. Такой львеночек у нас маленький. Хорошенький, хорошенький. Малюсенький. Львеночек. Скажи, какой я тебе кефир? Я львеночек, я лев. Да, такие лапочки. Субханаллах. Как Бог так сделал. Такое гармоничное творение. Моя песечка хорошенькая. Хурита там сбежала. Брыснет внутри. Сейчас покажу. Тут-т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 ут
Сидит, правда, лев. Лев. Вон, смотри, как спит.
на кресле. Я сюда кресло ей принесла ночью. Вот отсюда. А сюда поставила стол, а то кресло перенесла сюда. В общем, я тут все перестановки делаю. Ой, как же ее достали. Все позастирали. Надо поснимать белье. А то они все мне тоже за это запылили. Тара-тара-тара-ра. Тара-тара-тара-ра. Мои белые майки превратились в серые. О, в коричневые. Юлькину майку надо снять ее на работу. Юлькины шорты сюда на солнце положила, потому что сюда так утром не заходит солнце. Все высохли. Да. Вся обвисилась. Шорты ее надо снять. Тоже высохли. Вот так вот. Все, костер мой, можно сказать, догорел. Горело, остыло. Горело, остыло. Спасибо тебе, спасибо за все, что было. Так, купальничек Юлькин сниму. Смотрите, какие облачка. Просто сказочные. Всем божественного дня, мои хорошие. У нас все еще лето. Люблю вас. Спасибо, что вы есть.